Здравствуйте, вы смотрите новости на InstaForex TV, в студии Марина Генералова. Британская валюта постепенно отвоевывает у американского конкурента внимание трейдеров. Вчера котировка фунта стерлингов против доллара США возобновила восходящее движение. График смог коснуться отметки в 1.6410. По расчетам валютных стратегов, пара способна подняться к отметке в 1.6435. Американская валюта оказывает давление на фунт на фоне благоприятной макроэкономической статистики, которая позволяет инвесторам ожидать скорого решения ФРС по изменению денежно-кредитной политики. Что касается Банка Англии, то здесь участники валютного рынка более сдержаны в своих прогнозах. Центробанк демонстрирует истинную британскую консервативность и не торопится повышать процентные ставки. Но во вторник на рынок поступила довольно оптимистичная информация о том, что чистый объем заимствований продолжил рост в августе. И такая информация благоволила фунту стерлингов. Также вчера из отчета Национального бюро статистики стало известно о сокращении объема ипотечного кредитования в августе. Похоже, ужесточение условий выдачи кредитов на приобретение жилья, объявленное правительством с целью избежать образования мыльного пузыря цен на недвижимость, скоро возымеет должный эффект. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией InstaForex. Всего доброго, увидимся!